тут одновременно и звезда Давида, и флаг УПА. Как мне нравится, что... Как мне нравится, что все россияне мне начинают рассказывать о том, что я сам у себя дома повесил. Вы прям открыли мне глаза. Я как раз это... Так вы зачем-то это озвучили? Да, я проговариваю вслух, да, это мысли вслух. А как это сочетается? Я вам как раз про это и говорю. Я с россиянами общаюсь больше 2,5 лет, и мне всегда рассказывают все, что видят. Ой, облачко полетело, собачка побежала. Вот это вот. Все, что видят, все надо произнести. Так, ну вы специально для этого и повесили эти флаги, чтобы это вызывало определенную реакцию. Это вызывает реакцию. Вы ответили и... да, на свой же собственный вопрос. Если вам это надоело, вы могли бы их снять. Нет, а пока они у вас не снят, соответственно, вы ожидаете этой реакции. Что вам она надоела, как вы говорите, Я не говорил слово «надоело». Я говорю, это забавляет. Постоянно 2 года мне люди об этом забавно. Сказали это с недовольной... Забавно, это забавно. Ага, забавно. Так, это, может, меня... расскажите мне, зачем, как у вас совмещаются два понятия? Звезда Давида и флаг УПА. Давайте попробуем. Это флаг УПА, я правильно понимаю? Почти. Давайте я попробую вам объяснить, если вы готовы воспринять информацию. Попробую. Давайте. Пропаганда Советского Союза, написанная в 1977 году. Не имеет ничего общего ни с историей, ни с теми данными, которые, к примеру, добывала такая организация, как Моссад. Так. Хорошо, точка запятой. Поэтому любые предположения о том, что у Израиля могут быть какие-то негативные отношения к украинским националистам, это... Угу. Знаете, я недавно читал книгу, называется «Хроники геноцида в Украине». Там даже написано «в», представляете? Не может это в Украине. Вот. Грамотно и написали на обложке, с ума сойти. Да-да-да, и там есть свидетельства, тысячи свидетельств того, как бандеровцы вместе с нацистами убивали евреев на территории Украины. Внимание, вопрос. Убивали много. Внимание, вопрос. Почему об этих тысячах случаев ничего не известно в такой организации, как Яд Вашем, Музей национальной памяти евреев? Понятия. И опять-таки, такой организации, как Моссад. Ну, они знают, сколько евреев убито было на Украине за год оккупации немцами? Вот значит, сколько? Да. Вы у меня спрашиваете или у них? Нет, я у вас спрашиваю. Нет, вы спросили, знают. Они знают? 1,6 миллиона. Я вам... На территории Украины. Да, даже соглашусь. А кто в это время сотрудничал с немцами и выполнял роль оккупационной администрации и состоял в войсках милиции? Андрей Власов. Нет, я спрашиваю про Украину. Да, Власов был. Войска Власова были на Украине. Как-то странно. Вы как-то тему странно перевели. Войска Власова были на Украине. На Украине кто вообще пустил бандеровцев? Кто вместе с ним начал сотрудничать и выполнять роль оккупационной администрации? А кто? Бандеровцы. Бандеровцы? АУН-Б. Бандеровское движение. Да. Да. Вы это серьезно утверждаете? Это в любой Википедии вы можете прочитать. А, это Википедии! Не обязательно русской. Просто дело в том, что в Википедии я пишу статьи, поэтому читайте, читайте. Понятно. Понятно. Книги вам не аргумент. Какие книги? Можно автора книги? Я сейчас тоже... Нереально это смешно. Мне посмотреть надо. То есть какая-то книга на русском языке, о содержании которой не знают в Моссад. Это книга, разумеется, на русском языке. Автора я не помню, сейчас скажу. Ну, давайте название книжки. Реально поржем. Хроника геноцида в Украине. Хроника? В Украине. Геноцида? Мне даже вот это вот... Ну, так грамотно... Так грамотно на русском языке, чтобы вы знали. Хроника? Нет, так грамотно на русском языке на Украине. Ерунду не говорите. Вот, извините, мы вроде нормально общались. Молодой русский язык, предлоги. У вас, когда аргументы заканчиваются, вы переходите на мат. Открываете грамоту.ру, это сайт русской грамоты. Ага. Заходите в институт Виноградова. Институт Вишневского. Виноградова он называется. Русской культуры. Виноградова. Правильно говорить на русском. Он называется не Вишневского, а Виноградова. А, ну Виноградова, окей. Вот именно. Он озвучил, как говорить правильно. Заходите и читайте. Именно. Он озвучил «на». Правильно говорит «на». По-русски правильно говорит «на». Я понял. Я думал, с вами реально пообщаться. Идите. Угу.